Всем привет, с вами снова Придонки. Сейчас посмотрим, мне нужно в магазин в Сластену. Что у вас за паника хоть такая? Что вы, мопеды испугались что ли? А? Что, мопеды испугались что ли? Нет, сюда нельзя заезжать. Мне вот магазин, бисквит, вот он. Нам сказали вообще никого не пускать. Ты видишь, вот он магазин, 30 метров до него. Ну и что? И что, уже пешком идти до него, в шлеме как дурак. А что делать? Ну, охраняйте мне по барабану. Таких ставят на дорогах, не объехать, не проехать. Туда нельзя, сюда нельзя. Сегодня типа 1 мая. С одной стороны, их я могу понять, тут типа это. Ну, сейчас спецоперация туда-сюда, там на Украине. Ну или в Украине. С другой стороны, надо быть просто хоть немного посмышленней. Тебе показывают, тут едут до магазина, нет, будут стоять, нам сказали, а мозгов своих нет. А что там говорить, они царевы люди, им сказали делать это, они делают. А то вдруг с работы выгонят, а мы же ничего больше делать не умеем, только палкой махать. На каждом углу их понатыкали, откуда хоть вообще столько в Орле? Я живу в Орле уже с самого рождения. Вот, кстати, мы проехали, детский сад был мой. Это моя улица, вообще вот на этой улице я, по сути, жил. Ну, практически с самого рождения. Нет, не с самого рождения, а с самого рождения. Да, и вот тут вот такая вот история. Так, дай-ка я зайду, посмотрю, чай. Сейчас красно-белое с барбарисом. Давно хотел купить. Вот уже заезжаю в третий магазин красно-белое. Что-то никак я не могу тут. Ну что такое, братан, что там? Никак. Вот здесь я брошусь. Так. Красно-белое. Ну что ты хоть? Балалайку нету. Не знаю, надо так по всей России, когда какие-то праздники. Перекрывают все. Все дырки, все лазейки.
Хотя, допустим, что касается меня, мне как-то всегда было по барабану. Все эти перекрытия, я куда хотел, туда ехал. По ногам, по рукам гаишников, они там ругались, кричали. Ну вот раз у меня была просто реакция интересна на камеру. Мы сами все видели. Нам нельзя, нам сказали. Ну ладно, что там. С одной стороны поугарать, а с другой стороны, ну как бы какой-то некий такой идиотизм. Ну им сказали, пальцем показываю, куда еду. Или, допустим, еду на работу, да? Как он близко проезжает, тут особо не разгонишься. Тут можно прилечь. И говорю, ребят, вот я еду на сутки, заезжаю на работу, я вот сейчас заеду вниз и все, пропустите. Нам сказали. Или а как же те машины, которые живут внизу, они будут выезжать, заезжать, они живут там. Вот это ихнее место жительства. Как вы вообще умудряетесь им вообще запрещать ездить? Вы что, тупорылые что ли? Что за такие власти? Ну вот если я прописан, вот, ну допустим, вот Пролетарская гора, и там вечно закрывают все эти дырки проезда, ну что это такое? Мне вот это непонятно. А у наших российских властей это так вот испокон веку. Очень любят не пущать, не дозволять, не позволять, ну, то есть вот эта вот история, это еще со времен классиков, Салтыкова-Щедрина, там вот этого Лескова, всех остальных, Гоголя, все об этом знают, они ничего не умеют делать, кроме запрещать. Вот, яркий пример, опять понавешали всяких значков, ну, я их называю значками, знаки, типа, въезд запрещен, туда нельзя, сюда нельзя, и вот я так подкипаю постоянно. Я сейчас понимаю, кто-то из зрителей скажет, ну а ты хотел как, а вот если не будет власти, будет анархия. Ребят, должна быть какая-то, скажем так, понятка. То есть нельзя все всем запрещать. Как я и говорил, вот допустим, живешь, а там прописан. Ты показал паспорт, прописка твоя, ты должен проехать, то есть ты имеешь право проехать. У нас нет, никого не волнует, начальство сказало. А вот мне интересно, вот тоже начальник, вот допустим, его кто-то сын, там жена, там не знаю, бабушка, дедушка, отец, мать, вот он там прописан, он не может проехать, у кого он кому будет звонить? Своему сыну, который является начальником этого проезда. Вот какая-то дурь. И не я один такой умный. Я понимаю, с одной стороны, что там люди наши, наше, ну вот, там правительство, там о нас печется. Но я заметил одно маленькое но. Наше правительство, но я его никак не разрываю и не отделяю от той же Госдумы, которая дебильная, которая законы выдает постоянно с заведной регулярностью, антинародные, ну, те же самые законы о сборе грибов, о дровах, в посадках там, типа, это нельзя, это, ну, это просто караул. Допустим, у нас в Орловской области уже какой год уже там стоит Красный мост, какие-то там подрядчики разбежались, деньги, как там говорят, разворовали, там кто-то куда-то убежал, там, типа, кого-то ищут. Это что такое? Я сейчас заочно скажу, что при Сталине уже никто бы никуда не, уже не бежал бы, и ничего бы не разворовали, уже бы стояли вот здесь стенки. В лучшем случае, те, о ком говорю, ворюги, они уже там отбывали бы где-нибудь на Голыме, с Кайлом там. Сейчас нет, сейчас все у нас правовое государство. Что-то, ребята, я раскрепился. Прошу меня простить. Ладно, мне еще ехать и ехать, я могу болтать тут до седьмого пришествия. Поэтому всем пока, с вами были Придонки, берегите себя.